31 января 2005 года в продажу поступил уникальный номер газеты «Коммерсант». Он был посвящен исключительно Альфа-банку и лично Михаилу Маратовичу Фридману. Выпуск стал результатом судебного решения, согласно которому «Коммерсант» должен был опубликовать опровержение собственной статьи, вышедшей 6 месяцами ранее. Статья называлась «Банковский кризис вышел на улицу» и указывала на серьезные проблемы Альфа-банка и Гута-банка в секторе розничного обслуживания клиентов. В ней, в частности, говорилось о том, что у отделений Альфа-банка выстраиваются очереди из вкладчиков, которые не могут получить деньги по истекшим вкладам. Руководство банка подает на газету в суд и выигрывает его. Суд обязывает издательский дом выплатить 1 миллион долларов и напечатать опровержение. Шеф-редактор издательского дома Андрей Васильев воспринял это предписание по-своему.